Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят, ранги можно посмотреть. Нику 34-й игрок в мире, что? Дэй 144-й. PMA 51-й игрок в мире, Ридус 200-ник на саппорте. Гаджет Джу 65-й игрок, Мэри Вай 401-й. Стаманьян 150-й. Егор Демон 118-й ранг. Ринсик 222-й ранг. Данька 700-ник на центре. С этим бы я не связывался. Данька! Нет! Данька сел на хук! Данька сел! На хука присел! Но зачем он туда вообще пошел? И вот оно, резкое нападение. Гаджет Джуз нападает на Егор Демона. Его подсасывает. Тут Данька! Тут Данька! Запускает корабль! И сюда, рачок, на! И следующего уже, следующего! Вот этого! Хекс, жми! Да нажми кнопку! Хоть одну! Какой же ты, блядь! Ну я имею в виду, он все умрет. Ну нажми хотя бы, Хекс! Но это выиграет 2 секунды, но из 2 секунд тут, 2 секунд там, куется победа. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть, здесь. Ну нажать кнопки перед смертью все равно надо. Ой, блядь, первый, но не грейдит во второй. Какое-то время с первым просто что-то делают, а потом покупают другие предметы. Данька запускает корабль. Начинается ебалово, Данька, дерись! Данька, они все в БКБ! Но тут Егор Демон! Мэри Вай, Мэри Вай, ждет, ждет, ждет! Ждущий момент, ждущий момент, ждущий момент! Он ждет момент. Пора съебывать! О, ну ебаный рот! Того казино! Снова зеро. О, пика использована. Ринсик. Ай, Сайленс. Не дает нажать ничего. К сожалению, тройное убийство от PMA. Ну, типичная драка от Бейт, где они наносят 0, 153, 326, 747, 968 дэмэджа. Это, я не знаю, у них как будто бы в Бейт есть какой-то всегда шестой игрок. Как, вы знаете, баскетбол Куроко есть, типа, невидимый шестой игрок Куроко. Как будто бы у Бейт есть невидимый шестой игрок, который в любом составе, вот в любом составе он всегда есть, он не меняется. Вот какой-то игрок, вот шестой, типа, который всегда говорит, типа, бежим. Потому что если бы они просто дрались бы в ответ, но они хотя бы размены бы давали, да? Шестой игрок, в скобочках, шестой нетворс. Ну почему опять шестой-то? Почему опять шестой? Но зачем ему вот эта хрень, если он уже взял хэдбанд? Очевидно, хэдбанд лучше, и он не будет уже никак перекладывать. Почему он не перекладывает? Блядь! Фу! Везло. Егор Демон! До конца! Следующий подходит. Нормально. Глиммер ему дал, чтобы... Нахуя ему глиммер-то? Жестко это, либо Джокер, да? Опа, поймали. Нику. Морф. Навалку делает лютую. Поймали следующего. Это PMA. Воу, PMA. Приходит сюда Гаджет Джуз. Они просто финят, но тут байбеки. Ой-ой-ой, Стаманьян меня называла, как же бы плохо. Морф, Линк. Морф, убивает еще одного. БКБ, буквально чуть-чуть. А! Пизда. Но на самом деле, если Бейт сейчас не проебут прямо сейчас, то они могут еще... Стаманьян! Ну как, блядь, ты тут оказался-то, ебло? Куда ты бежал? Ой, блядь, Стаманьян нахуй. Вот, а так... Да нет, вот если рассуждать, да, по поводу драфтов, то я это знаю, ну вот, я это много раз проходил, когда сам играл профессионально, да, при этом получалось наступать на эти грабли вновь и вновь и вновь, но отчасти, потому что
не было тренеров, мне кажется, тогда еще, который мог бы напоминать тебе про это. Потому что тут какой момент? Со стороны есть вещи, которые со стороны виднее. Есть вещи, которые виднее, как бы так скажем, изнутри, есть, которые со стороны. Вот драфт-ордер — штука сложная. Драфтить очень сложно. Я сам занимался драфтами, ну, там, где-то треть, наверное, своей карьеры профессиональной, да, то есть сколько я играл? С 2005 по 2014 год, на самом деле, получается, да? То есть, ну, где-то года три вот из этих девяти я драфтил. А остальное время, в принципе, я помогал драфтить, как правило. Ну, то есть я в стороне редко от этого стоял, у меня там были какие-то мыслишки все время. Нет, и драфт ордер — это очень, очень сложная вещь, очень сложная. Ты вот реально должен... Ты вот пока раз много-много-много не подрафтишь, там какие-то вещи вообще никогда тебе понятны не будут. И очень часто ты натыкаешься на такие вещи, что... Тебе пиздец кажется, что вот этот герой будет хорош здесь. Вот по какой-то какая-то причина была обнаружена. Герой противника, возможные герои противника, да. Какая-то, может быть, конкретная одна небольшая идея у вас есть в игре, что-то сделать с этим героем в какой-то определенный момент. И вот вы ебать как хотите его взять. И вы его берете. И потом какого-то еще героя берете, по такой же, может, причине. А какого-то героя вы, возможно, взяли, потому что надо ответить на какого-то героя противника. И потом ты смотришь по сумме на свой драфт и думаешь, что за салат дерьма? Стоманен, запрыгивает вперед! Нормально, Нико юзает Грейв, но Грейв ему не поможет, кого-то там убили. Ультимейт от Сэм каким-то хером не могут его сбить, в итоге Грейв помог, кто пиздел, что не поможет. Умирает еще и Тепларк, ее просто разорвало на куски, и воин земли и город демона пытается спастись. В итоге Брюмастер складывается и, собственно говоря, раскладывается. Ну вот и проебали, собственно говоря, на этом моменте игру, кажется, бейты. 5 голды заработали, ребят. Знаете, в свое время у нас в школе были какие-нибудь, ну, небольшие какие-нибудь конкурсы там, что-нибудь, какой-нибудь там драм-кружок или что, где победителю давали шоколадную медальку 5 рублей. Вот. Вот это награда, бейт в этой игре. Шоколадная медалька 5 рублей. На минус 2 стороны бейт не ливают. О, тимплея противников! И вот он дэмэдж от темпларки! Как же пуч выхватывает, господи! Он как будто бы близок к смерти. Пошел Брюмастер вперед, наливает пивко. Закрывает глаза, сейчас ему будет легко. БКБ нажимают здесь. Ридус этот. Или кто? Венга умирают. Стоманен! Дает Ревидж Рампагу Травагу. Ой, и Данька на хуке! Ну как же Данька-то на хуке? Так, Аегис выбили. А вот сейчас Данька байбэк. А ну-ка свап от фанта, свап КД, там башня. И все. Данька пока не нажимает, байбэк. Бежит Егор Демон, на хук насаживают его. Прыгает Тепларка вперед, на развороте получают все резких пиздюлей. Идет вперед Данька, дает молнию раз, молнию два. Манту пока не юзает, троих подряд убивает ПМА. Хочет рэмпэдж, хочет рэмпэдж. Идут танковать для него этот рэмпэдж. Нет, не идут все-таки. Боятся. Крутятся гаджет Джо, скоро хук, пока нет. Даньку наваливает по пуджо. Лютый, лютый дэмэдж, Егор Демон, 10 секунд. До ультимейта. Проблема есть. Сбить бы как-то поедалку не получается. Минус герой. Это Данька работает. Молнии, молнии, пошли. Убить Мейден как-то. Там Глиммер. От сука. Крыса. ГГ. Ну, Стоманен был на инте. Блядь, серьезно? Где? Кто протащил бездаря на инт? Стоманен был на инте. Каком, блядь, инте? Как? Кто? Кто это? Какая-то легенда должна была, которая протащила. А, Альянс, походу, реально.